господа. Как вы поняли из всего происходящего, мы действительно снимаем ховер. Но самые внимательные из вас уже увидели, помимо возвращения легендарной шапки, то, что здесь у нас под решеточкой переднего бампера уже скрывается интеркулер, а сбоку от него еще и масляный радиатор. Это все не просто так. Это значит, что мы снимаем одну из самых дорогих и антинародных версий Hover H5. Это дизель и система постоянного полного привода. Но вы все прекрасно понимаете, что это далеко не хит продаж. Хит продаж — это H5 с бензиновым моторчиком, естественно, на ручной коробке. Поэтому мы сегодня рассмотрим с вами и его. Также мы рассмотрим и H3, самую простую, самую низовую версию. И более того, все это будет в одном обзоре, и мы даже немножко поездили оффроуд, потому что благодаря усилиям лучшего во вселенной дилера Expocar нам удалось вырубить эту машину практически на неделе эксплуатации, и мы, поняли ее все-таки поближе, как-то распознали, что это за зверь. Поэтому давайте начнем. Погнали! Вообще, если рассказывать про такое понятие, как Great Wall Hover, то действительно, это был первый китаец, который завоевал доверие россиян, и не просто его завоевал, но и продолжает удерживать, продолжая действительно успешно конкурировать с УАЗом Патриот и многими другими внедорожниками. И действительно, автомобили продаются в нашей стране уже великое количество лет, разошелся невероятным количеством экземпляров. Более того, он даже и собирается в подмосковном Гжеле. Эта машина уже прижилась у нас на родине. И, кстати, по оценкам пользователей портала drom.ru, в народном рейтинге она набрала 8,4 балла, что является весьма неплохим показателем, учитывая, что это китайский автомобиль со всеми вытекающими отсюда предрассудками. Ховер начинается где-то от 7 с лишним сотен, но по факту, поскольку когда вы его покупаете, вам срочно необходимо поставить защиту картера, позже вы увидите почему, а также снабдить его некими другими допами в виде, скажем, ковра, которые в штате, естественно, здесь не идут, то, по сути, покупая самый дешевый Hover H3, вы рискуете где-то 800 тысяч рублей. Наша же версия уже упирается в миллион, может быть, в редких случаях, поскольку вы напихаете туда еще всяких турбо-таймеров и, о господи, спутниковой сигнализации, даже миллион с хвостом. Средняя же и самая ходовая комплектация стоит где-то 850. Именно на этой машине вы действительно уже можете передвигаться по городу. Так, примерно, если мы обсуждаем именно этот дизельный вариант, то расход в городе составит 9, может быть, 9 с хвостиком, а по трассе вы вполне впишетесь в 7, а то и в 6 литров. Если мы рассматриваем версию на ручной коробке, то там люди умудряются вписать действительно в 6 ровно, что является недостижимой, конечно, планкой для бензиновых версий, которые в городских условиях будут потреблять, чуть ли не около 15, и по трассе еле-еле вписываются в 9,5-10 литров бензина. Дорожный просвет, согласно инструкции, составляет аж 210 мм. Это довольно-таки неплохо, но это не является пределом. Причем, вне зависимости от того, что вы покупаете, H3 или H5, он будет таким. Его можно легко увеличив, поставив сюда резину повыше и побольше. Однако при этом машинку придется лифтануть. Кстати говоря, лифт примерно порядка 5 сантиметров на этой машине осуществляется в бюджет, по-моему, 8 тысяч рублей. Весь этот бюджет пойдет на задние усиленные пружины. Торсионы вы просто накрутите у себя во дворе, а дальше уже ценник упирается лишь только в стоимость резины, ну и, пожалуй, ее качество. Если мы рассуждаем по функционалу и вообще, если возвращаемся к довольно часто задаваемому вопросу, что же все-таки лучше, H5 и H3, то и здесь мы пошли навстречу пользователю. Мы брали на время попользоваться и H3, и H5, и выяснили все их, в общем-то, различия, все недостатки одного перед другим, и сегодня у нас есть возможность про них рассказать. У H3 гораздо хуже свес вот этой нижней губы, как в сантиметрах, так и по факту. У той же тройки, например, буксировочная проушина вообще недоступна, пока вы не снимете пластиковую крышку на бампере. Серьезный косяк, учитывая, что когда вы сели, эта пластиковая крышка уже находится не то, что ниже ватерлинии, а даже ниже говнолинии, и придется в нее залезать в эту самую линию по локоть, что не совсем приятно. Плюс только в версии H5 мы под капотом обнаружим более-менее подходящий для этих автомобилей мотор, который здесь будет называться 4G69. Он развивает 210 ньютонов, которые для H5, еще как-то хватает. То есть
вы прощаете много, но все-таки еще готовы простить. Если мы рассматриваем Hover H3, то там будет 2-литровый 4G63, который уже содержит всего лишь 170 ньютонов, которых на вес автомобиля в 1800, по-моему, килограмм, ну никак не хватает. Про лошадиные силы там говорить вообще нечего, и это вечная битва хозяина с чиповкой, с чем угодно, с каким-то пробованием разных заправок, только чтобы хоть как-то эта машина поехала. Объясняю ситуацию. Вот сейчас H3 включил ближний. Вот у нас ближний H3. Если H3 сейчас включает дальний, смотрите, он загорается вместе с ближним. Свет реально прекрасный. Теперь H3 все гасит. Теперь мы включаем ближний. Вот мы его включили. Но если мы включаем дальний, происходит вот такая беда. Видите, как точкой светит? Вот сейчас, если H3 снова включит, все. Вот ближний с дальним. Видите, какой ровный залитый столб. Вот ближний и дальний. Все прекрасно, потому что 4 лампочки. Вот, у H5 ближний. У H5, то если зажать рычажок на H5 вот так, то все прекрасно. Но если мы на H5 включаем чисто ближний-дальний, вот дальний вот такая точка. Это разочарование конкретно, ребят. Поэтому, ну, смотрите сами, как-то нужно колхозить и с этим что-то решать. По моторам и моторным отсекам они на самом деле идентичны весьма между собой, с той лишь разницей, что здесь у нас стоит 2.4, там 2.0. Есть косяки. В отличие от H3, на H5 они немножко сделали чуть получше. В плане того, что воздухозабор для мотора они уже подняли максимально к вершине капота. То есть, если вы форсируете брод, то в принципе гидроудар поймать действительно сложно. Потому что в H3 этот воздухозаборник, он вот на этом уровне находится. Здесь он поднят, ну, сантиметров на 7. Всем прекрасно знаем, что в таких ситуациях каждый сантиметр, он играет решающую роль. В остальном же вся электрика поднята, мозги находятся наверху, катушка зажигания, вернее распределитель его находится также наверху, но есть один неприятный, досадный момент в том, что генератор находится здесь довольно низковато. На месте конструкторов я бы, конечно, с удовольствием поменял вот помпу гидроусилителя и генератор, который под ним местами. Тогда проблем бы не было вообще. Однако вот эта конструктивная ошибка, а для джипа это реально ошибка, она преследует и H5, и H3 под этим капотом. Мы видим, в общем-то, то же самое. Здесь абсолютно так же будет у нас компрессор гидроусилителя сверху, а сам генератор находится чуть ниже. Для этой машины это важно. Почему они это упускают, в общем, загадка. В остальном же все то же самое. Ну и вот воздухозабор, мы видим, он находится здесь чуть-чуть ниже, а должен быть чуть-чуть выше. А в остальном, в целом, подкапотное у всех ховеров меня очень радует, потому что места реально много, все снимается сразу, понятно как. Вот даже натяжитель ремня, он тупо механически сделан под болт, то есть никаких проблем, все обслуживаться будет очень долго и счастливо. Хотите в гаражике копаться, эта машина вас к этому спровоцирует, не меньше, потому что сразу действительно хочется это все разобрать. Очень приятненько. В остальном же по этим моторам есть одно нарекание, они не такие мощные, как хотелось бы. И здесь нам на выручку приходит дизель. Самый царский вариант двигателя — это 2-литровый турбодизель, который сделан, ну, естественно, на системе впрыска Common Rail, то есть это электрические форсунки, которые уже могут регулировать время впрыска и все что угодно. Развивает он 150 лошадиных сил и 310 ньютонов крутящего момента. Именно с ним вы себя чувствуете крайне здорово и на трассе, и в городе, потому что вас радует все. И динамика, и расход, и также он довольно тихий, нет никаких проблем. Когда открываешь дверки, я понимаю, что, конечно, версия люксовая, хотя напомню, что даже и не в самых люксовых версиях у вас при открывании будут виднеться вот эти самые кнопочки электропривода переднего водительского кресла. Именно кнопочки электропривода переднего водительского кресла. Во-первых, заднего водительского в этой машине нет. Во-вторых, пассажирское переднее кресло будет всегда без электропривода. Ну, нереально купить его ни за какие деньги, даже если вы предложите, мне кажется, заводу из платины выстелить перед ним дорогу, все равно оно будет механическими. Кстати, кнопочки эти управляют и юлозением кресла вперед-назад. Также кресло имеет регулировку по высоте. Причем, заметьте, на этой кнопочке нарисована регулировка по высоте в конце импровизированной подушечки. И это действительно так, потому что если мы сейчас, обратите внимание, поднимаем подушку вверх, то поднимается та часть подушки, которая около спинки. Не все кресло едет вверх, не-не-не, а именно задняя часть подушки. То есть при этом меняется угол ее наклона, и вообще у вас при этом получается, что спина относительно задней спинки начинает так елозить. Это далеко не всем нравится, но
спасибо, что и так. Даже сама спинка у нас электрическая. Осталось только подголовник электрический сюда поставить, и все. А пассажир пусть елозит своими рычагами, и нечего ему, собственно, выеживаться. В своем порыве придать всему чему угодно какой-то эксклюзивный вид, ты, безусловно, часто думаешь о наклейках. И слава богу, есть люди, которые придумали наклейки, способные преобразить вид твоего телефона, ноутбука, автомобиля, бабушкиной кошки, входной двери в туалет и самых различных частей тела. Да, все это можно заказать в этой самой группе ВКонтакте. Стикер-бомб. По твоему эскизу они напечатают вообще все. Обращайся и не пожалей. Когда залезаешь в салон, ну, во-первых, он практически одинаковый для всех, да что ж такое, комплектаций. И главное, понимаешь, что у него уже сразу включен зимний пакет, потому что вот эти вот сопла-обогреватели, они идеально ложатся под ладонь. И ваши окоченевшие культявки сразу же как бы отогреваются. Вообще очень круто. Но надо сказать, что вот на этом месте примерно плюсы-то и заканчиваются. Дальше начинается жесточайший троллинг, в который мы сейчас с вами и скатимся. Во-первых, и главное, что все эти минусы, кстати, да, ты замечаешь не сразу. Для этого нужно быть пользователем этой машины какое-то время. Ну, кожа. Кожаный салон, кстати, вообще гораздо удобнее, чем тряпочный именно в ховерах, потому что у него больше развита боковая поддержка, он как-то тебя больше держит. Тряпочка совсем плоская, и, что удивительно, тряпка оказывается по ощущениям жестче, чем кожа. Это ладно, но вот особенно прикалывает руль и, главное, магнитола. То есть магнитола в ховере — это, знаете, такой очень сочный, очень смачный, очень жирный такой плевок в лицо хозяина. То есть обтекать будете не один год после покупки, я вас уверяю. В ней вроде все есть. И DVD, и MP3, и радио, и черта лысого можно в ней найти, даже Bluetooth. Но то, как все это работает, убивает напрочь все затеи вообще производителей, все затеи, я не знаю, инженеров. И все, что они должны были сделать в вашу пользу, все работает против вас. Подключить как-то к этому телефон получается реально не всегда. Существующая кнопочка на руле с мобилкой позволяет вам только начать вызов. Опустить трубку этой же самой кнопкой уже не получится. Вам нужно будет делать это или на телефоне, или нажатием на тачскрин самой магнитолы. Что за бред? Потом есть USB и наш любимый акслери-вход. Они кроются в подлокотнике. Казалось бы, никаких проблем. Однако магнитола не понимает файловую систему NTFS. То есть, объясняя проще, если у вас флешка больше 4 гигабайт, вам кобздец. Она видит или часть этой флешки, или видит ее первый раз, а второй раз, когда вы эту флешку вставляете, она уже не распознается, и вообще это куча проблем. То, что отличает нашу версию от версии H5 бензин или H3 бензин, это, естественно, автоматическая коробка передач. Ибо только у дизеля даже ручная коробка передач будет не такая, она будет шестиступенчатая, и будет тот самый автомат. Автомат самый простой, гидротрансформаторный, в нашем случае он, естественно, стоит корейский, Hyundai, это не Китай, к нему никаких нареканий нет. Самораздатка у нас американская, хотя она и тот, то есть мы лишились наконец-то того самого парт-тайма. Хотя, в принципе, режим парт-тайма у него тоже есть. И обратите внимание, одно из основных разочарований лично меня в этой машине постигло в тот самый момент, когда я вот эту коробочку перевел в драйв, и передо мной открылись вот эти кнопки управления полным приводом. Здесь больше нет такой фишки, как 4L. То есть машина лишилась понижайки вообще как класса. И главное, лишилась она ее не просто так. Вместе с этой понижайкой она лишилась и, ну, как в любом парт-тайме, такой вещи, как отсутствие межосевого дифференциала или его как бы блокировки. В общем, межосевой дифференциал теперь есть всегда, и его нельзя заблокировать, потому что он реализуется той же системой торки On Demand. А прикол в том, что поскольку у нас полный привод действительно постоянный, то вы можете его включить и, в принципе, про него забыть вообще навсегда. У вас будет периодически подтыкаться передок в нужные моменты, когда зад шлифует, но только когда шлифует зад. То есть, если вы находитесь на глине или в снегу, у вас действительно сначала буксанул задок, потому что система опирается на датчики ABS, потом подключился перед.
Приборы у всех всегда будут такие, всегда будет все одинаковое, здесь никаких заморочек нет, все хорошо читаемо, понятно, за исключением того, что в дизельной версии, в нашей, к приборам еще подсоединится такая вещь, как некий бортовой компьютер, можно посмотреть там расход топлива, остаток топлива в баке до следующей заправки и так далее, плюс к нам подключился круиз-контроль, который также будет недоступен в бензиновых версиях ховеров вообще никогда, ни за какие деньги. Тот же ручник, те же попогревы 2, тот же боксик у нас за коробкой содержится для шифра здесь, мобилки или чего угодно. Также единственный прикуриватель в салоне содержится возле пепельницы перед селектором коробки передач. Благо розетка прикуривателя дополнительная у нас установлена в багажник. По задней части H5 тоже, в принципе, не сильно выигрывает у H3. Конечно, да, изменились лампочки. У H5 ушла антенка с крыши, которая есть у H3. В принципе, это вообще непонятно зачем. Плюс она мешает часто размещению длинногабаритных грузов, она в них упирается. Косяк у пятерки по замку багажника. Потому что здесь замок багажника, это вот этот прыщик, который у вас вскочил сбоку от значка, он здесь есть. Его надо нажать и сразу Вот не успел. Фишка в том, что нужно тянуть за дверь и одновременно нажимать. Тогда откроется. Если вы протупили, уже ничего не откроется. При этом и не захлопнется, будет болтаться. То есть надо одновременно все это делать. Зачем так было изворачиваться? В принципе, не ясно. Когда есть старая, рабочая, идеальная схема, когда все это просто продумано, да нельзя. Ну, что можно было сделать уже лучше, чем вот эта ручка? Ничего. Сами же багажники внутри идентичные будут во всех комплектациях, естественно. Абсолютно никаких затей в них нет. Это просто ровный пол. Вот здесь находится у нас домкратик штатный. Ну, который весьма такого тщедушненького вида, конечно, если вы ездите по оффроуду, вам лучше докупить еще один. Здесь же есть дополнительная розеточка на 12 вольт. И с правой стороны располагается маленький ящичек без крышки для складирования там всякой ерунды. Ну, по минимуму буквально крепежные крючки. Здесь там само сиденье складывается 2:1, складывается довольно легко. Объем багажника довольно велик. Он около куба в таком состоянии и около 2 кубов, если вы разложите заднее сиденье. Перевозить можно действительно все и всегда. Задний ряд традиционно для рамников, во-первых, так с виду просторный, но залезать неудобно, потому что угол, на который открывается дверь, совсем небольшая. Это, кстати, не Патрик, вот с этим здесь есть проблемы, прям хочется ее туда еще отодвинуть, поэтому мало того, что залезать приходится, ну как-то вот так, так и вылезать еще явно неудобно, потому что штанами вот это все абсолютно ты расчищаешь просто до блеска, а вот здесь вот уже находится та самая грязь, которую ты расчищаешь. Это фигня. Во-вторых, сидишь ты явно как петух на жердочке, простите, потому что как бы надо или как-то вот так вот сразу по-пацански рассаживаться. Ну, вы, наверное, и сами видите, что ноги у меня подушки не касаются. Это именно как раз является вот следствием того, что у нас внизу рама, и пол этим людям было не опустить. Конечно, у нас нет центрального тоннеля, да, здесь сидеть можно где угодно, как, в принципе, с одинаковым комфортом, но в целом все это не здорово. Даже если вытянуть ноги вот так до упора вперед, все равно никак. Плюс у нас спинка задняя, она по углу наклона здесь не регулируется. Она всегда будет такой, всегда в одинаковом положении. Задний ряд реально хочется, чтобы был лучше. В поддержку всей этой концепции из единственных элементов роскоши, которые тут находятся, это вот сетка из продмага, в которую можно запихать, я не знаю, картофана чуть-чуть, может быть, чипсики свои поставить. Пепельница есть. Причем забавно, что пепельница есть, а прикуривателя нет. То есть только чисто такая подконфетница. И подлокотник есть посередине. Он абсолютно минимальный. Можно сказать, такой тоже спасибо, что вообще хоть какой-то. Посмотрите, он тоненький. Все равно вам нужно как-то вот так вот заваливаться. Конечно, да, вы при этом смотрите между спинками очень удобно, но в целом так вот не по кайфу. Два этих подстаканника тоже, ну, так, в общем, здесь могло быть и покруче. В городе автомобиль себя проявляет действительно больше не как рамник, а как кроссовер. Ну, потому что, во-первых, тебе приходится снимать свою андатровую деревенскую шапку и уже вести себя как цивилизованный человек. Во-вторых, этот двигатель действительно позволяет держаться ей в потоке без каких-либо проблем. Все-таки 300 ньютонов, тяга бешеная, можно с места совершенно спокойненько вместе со всеми улепетывать. А если ты находишься в городе зимой, то ты включаешь этот постоянный полный привод, не заморачиваешься. Ну, чего себе, он даже умудряется с места с пробуксовкой трогаться, при том, что мы еще не в пол давим. Слышно, как слегка
подшумливает турбинка, то есть дует она там все-таки немало, действительно, с 2 литров 150 лосей. Но главное, что вот постоянный полный привод, он полностью автоматический. Ты ткнул кнопку, и ты при старте с полным приводом, когда что-то буксануло, с полным приводом, а в обычных условиях у тебя абсолютно нормальный задний привод, при этом в повороте, если кто знаком, что такое парт-тайм в повороте, то здесь все абсолютно спокойно. И даже если ты на месте разворачиваешься, у тебя ничего не пробуксовывает, машина сама себе не сопротивляется, едет как надо. Но это все не джиповое, это все чисто такая вот городская жужжалочка получилась. Они убили эту хардкорность в этой машине этой самой раздаткой. Ну а так, конечно, двухлитровик выше всяких подхвал. Вообще не ощущаешь, что в машине на самом деле тонна 800, потому что, блин, ну вот... Тянет, нормально тянет для этого веса, тянет. И для внедорожного теста мы выбрали две более-менее честных версии. Это H3 и H5, бензиновые, с раздаткой, обычной на цепи, парт-таймовой, не с этой муфтой. Потому что, ну, с муфтой действительно как-то все это выглядит слишком сомнительно. Да и просто на тот момент не было в распоряжении у нас дизеля. И поехали мы, ну я бы не сказал, что прямо в самую трясину, но в те места, где из моего личного опыта точно не могут проехать такие вещи, как Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и прочие кроссоверы, позиционирующие себя как что-то могущие полноприводы. Так вот, у ховеров проблем с геометрической проходимостью, в общем-то, нет. Они довольно высокие, и просвета им, в общем-то, хватает, и с веса не самые длинные. Единственное, перед чем они пасуют, это диагональное вывешивание. Все-таки отсутствие межколесных блокировок сказывается, и все препятствия подобного характера лучше проходить ходом или как-то с предварительным умыслом, потому что если вы на этом всем зависли, то нужно предпринимать уже решительные действия или сразу сдавать назад, или как-то активно рулем туда-сюда и лозить, но здесь просто пройти это препятствие не получится. По нижней части для всех комплектаций у нас все будет примерно одинаково. Здесь будет в первую очередь запасочка, которая на своем отдельном литом диске. Задний мост у нас, естественно, не разрезной, и ходит много легенд, что в нем сзади содержится самоблокирующийся дифференциал. Однако смотрите, все мы прекрасно видим, что дифференциал сзади самый обыкновенный, свободный. Задние тормоза же у нас дисковые, однопоршневой суппорт сзади. Ну, тут тоже все хорошо, тормозит довольно здорово. И главное, что везде есть датчики ABS, никаких проблем. Значит, никаких рессор у нас уже нет. Здесь, естественно, пружинка, которая отдельно от амортизатора расположена, и тяга Panara. Также есть стабилизатор поперечной устойчивости. Он очень маленький с этой стороны, и он на своих стоечках тоже коротеньких, которые приведены уже в свою очередь к раме. Далее, практически на уровне задних пассажиров, у нас располагается бензобак. Он один, он пластиковый сам, вот там видно лежит, но он под железной стоковой защитой. То есть, если хотите лазить уже в какие-то гребеня, то, в принципе, никакого дополнительного усиления или доп. Защиты вот здесь на баке не требуется. А вот на этом месте, поскольку мы находимся под дизельной версией автомобиля, у нас уже есть отличие от бензиновых. Заключается оно в первую очередь в той самой раздаточной коробке. Самые внимательные из вас уже заметили, что мы здесь не наблюдаем сервоприводов. Их здесь нет вообще. Потому что, во-первых, у этой раздаточной коробки не имеется пониженного ряда, а во-вторых, потому что подключение переднего моста осуществляется полностью автоматически, практически независимо от вашего желания. Дело в том, что эта раздаточная коробка работает по принципу торки on demand, так называемый TOD. В данном случае у нас вот здесь располагается электрическая муфта, которая при пробуксовке колес задней оси, опираясь на датчики ABS, замыкается и приводит движение уже передний мост. И сама раздатка. Из нее, естественно, выходит два кардана на передний мост и на задний. В общем-то, раздатка – это то, что и осуществляет у вас подключение понижающей передачи. В хвосте раздатки мы видим некоторый набор такой электрических девайсов. На самом деле, это все не просто так. Это сервопривод этой раздатки и датчики положения шестерней в ней. Все это необходимо для того, чтобы корректно включить понижающую передачу. Все это иногда любит приходить в негодность. Потому что, видите, место такое не самое приятное для расположения каких-то электрических деталей, поэтому имейте в виду, после покупки автомобиля лучше как-то это или закрывать в короба, или дополнительно изолировать от влаги, иначе рано или поздно это, конечно, сломается.
Далее, поскольку у нас версия с автоматом следует поддон самой коробки, которая в нашем случае корейская, она Hyundai. Передняя подвеска у нас будет классического типа, два поперечных рычага с двумя шаровыми опорами практически невменяемого размера. Действительно огромная вещь и выходит из строя крайне редко. Все это покоится, естественно, на торсионах, и все это на обычном телескопическом амортизаторе. Рулевое у нас здесь присутствует в виде обычной рейки и гидроусилителя. Передние тормоза у нас также дисковые, и суппорта здесь уже двухпоршневые. Поэтому к торможению, в принципе, у ховеров никогда никаких нареканий нет. В итоге получаем, что ховер — это весьма интересная такая целая, ну, микровселенная автомобилей. Потому что если мы берем тот же самый H5 на дизеле и с автоматом, то это получается такой очень злобный, но все-таки кроссовер, все-таки немножечко больше городу автомобильчик. Если мы берем H5 на бензине, то это действительно джип. Пусть и с не очень хорошим мотором, но зато с большим потенциалом для тюнинга, с большим потенциалом для путешествий, с приемлемым расходом, с приемлемой ценой ремонта и, кстати, опять же, с ценой для тюнинга. Это важно. И если мы берем H3, то это, ну вот, как-то так получилось, но за эти деньги как бы по-другому было никак, да? Это этот мотор, с которым жить с этим, в принципе, сложно, но как-то можно, вернее, придется, потому что откуда вы возьмете другой. И по, кстати, вторичному рынку тоже ховеры отжигают. Они, говорят, ходят в семерку автомобилей, которые меньше всего теряют на вторичном рынке от своей цены. Поэтому, если вы между чем-то выбираете, очень внимательно присмотритесь. Это действительно хороший вариант для покупки. Всем вам огромное спасибо, удачи и пока!